Друзья, 2021 год продолжается, и по-прежнему к нам продолжают поступать печальные новости из жизни актеров отечественного кинематографа. Только недавно мы простились с такими замечательными актерами, как Екатерина Градова и Андрей Мягков. Новость об уходе этих людей потрясла всю Россию. Трудно найти сегодня человека, который бы остался равнодушным к этому поистине национальному горю. Ведь за последнее время ушло очень много людей, сделавших огромный вклад в культурное развитие нашей страны. Вот и сегодня мы сообщаем о том, что не стало еще одного артиста. Буквально несколько минут назад СМИ облетела трагическая новость. На 73-м году из жизни ушел актер ворошиловского «Стрелка» Вячеслав Голоднов. Об этом в социальной сети сообщил друг артиста Ярослав Орличенко. Орличенко посвятил трогательный пост покойному коллеге. 25 февраля умер Вячеслав Николаевич Голоднов. Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Нет, дядя Слава больше, чем друг. Он мой родной человек. Я люблю его всей душой, я думаю, Господь заберет его в рай. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех. Царствие небесное, подчеркнул Ярослав в Facebook. Вячеслав Голоднов окончил в свое время режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005 года работал в Калужском драматическом театре. Свою славу он заработал после участия в таких картинах, как «Ворошиловский стрелок», сыграв дворового алкаша Славика Скарлатину, «Шериф, танкисты своих не бросают». Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким актера.